24 марта 2018 год, Харьков. Вот это красиво. Поселок Жуковского. Банальная авария на теплотрассе, вероятно, наделала такой красоты. Ну и, конечно, матушка природа помогла. Минус 11 в конце марта. Это, конечно, редкий для Харькова случай. Надо обязательно, чтобы на голову что-то упало. Ты посмотри, обломила ветку. И сосульки теперь горизонтально. Очень интересно. Есть сталактиты, сталагмиты. Одни сверху, другие снизу. А это сбоку у нас. Красота. Антропогенное чудо природы. March 24, 2018, Харьков. Весна лютует.